Всем привет, с вами Пеннипрец, и сегодня 25-й день челленджа. А кроме того, что сегодня 25-й день челленджа, сегодня первый день второго месяца лета, и это ровным счетом ни хера не значит. Посмотрим, как повезет сегодня. Напоминаю, что сейчас скинов у меня в инвентаре на 18251. 25-й день челленджа. Каждый день депаю по 250 с багованными промокодами. Можете сами посчитать, сколько денег потрачено, сколько, на какую сумму скинов в инвентаре. Что из этого получится на 30-й день, остается только догадываться. Первый кейс у меня недоступен, потому что я вчера его позже крутил. Есть второй. Второй вот и покрутим. А, я вам, кстати, не показал, что вчера выпало с первого кейса, да? Я же вам не показал, что выпало вчера с первого кейса. Ну, здесь хотя бы выпал рентген, и рентген дороже до 43 рублей. Даже в апгрейде не засунешь. Вот этих вот три чудесных, потрясающих скина вчера мне выпало с фрикейса. Или я на видос крутил фрикейс. Или после видоса, когда я его крутил. В общем, вот эти вот три скина выпали с фрикейса, с первого. Не помню, во сколько я там крутил. Давай второй разок крутанем. Выпал рентген, который даже в апгрейды не засунешь. Вот такой вот выпал рентген. Я тут поверил, что вот эти какой-то из этих двоих выпадет. А зря, доверчивый. Доверчивый я прям стал. Доверчивый. Ну, верю я Изидропу, верю, понимаете. Вот после того, что он уже, блядь, 2 недели бреет, я все равно продолжаю ему верить. Продолжаю. Такой вот я дурачок. Ладно, давай сюда ждем, испытываем свою удачу уже в хер знает какая там тысячу раз по счету, какую цель выбить скин дороже 200 рублей. Как обычно, хуй на руль, как обычно, хуй на руль. О, изи дроп, чтобы ну, по крайней мере, половина депа у меня сейчас отбита. Вот. То есть половину депа я отбил. А вот половину еще нет. Ну, ёптать. С таким жиденьким дропом из ширпокейса даже, блядь, на апгрейды хуй накопишь. Вообще прям жиденько. Уже прям жиденько. Ну, напоминаю, что отсюда цель у меня выбить ужи. На сковородке. Или где они там? Блять, даже бронзовую декорацию не дал, понятно? Даже не дал бронзовую декорацию, которая там 10 рублей стоит. Вот оно что, Михалыч. Не, ну это однозначно. Это однозначно все началось после ножа. Это вот. Как выбил нож после ножа, потом нихуя больше выпадать не стало. Однозначно, после ножа. Чтоб тебя первый окуп, и тем не менее все равно 3 копеек у какао не хватает, чтобы стать претендентом в апгрейды. Вот эти вот, ребята, ужи, вот эти вот ужи. Цель выбить отсюда. Но, скорее всего, это даже уже не цель, это мечта, которая не имеет ни сроков, ничего, которое ровным счетом ничего не имеет. А сколько у меня уже, интересно, открыто кейсов тут этих ширпованных? Глубокий рельеф. Сука, да ты в апгрейды дай мне хоть что-нибудь. Что ты за собака-то такая серая? Не, я не буду понижать планку, там какие-то ниже 10 рублей в апгрейды кидать. Не вижу от этого смысла. То есть все, что дороже 10 рублей, то есть их и будем в апгрейды кидать. Чтобы все было ровно. Слушай, а может не только мне сейчас одному с изи дропом не везет? Может быть это? Может быть он сейчас всех бреет? Может быть он сейчас бреет всех? И вот такая вот просто херня происходит. Вот видишь, опять 3 копеек не хватило. Опять не хватило 3 копеек. Вот, подожди, может сейчас надо лесенку 3-2-1 сделать? А? Ну-ка давай сейчас посмотрим что-нибудь. Что-нибудь. Вот давай, мы сейчас сделаем 3. О,
опять Виндетта, да? Пьё, пары СТ. Слушай, ты он даже Галиль мне не дает. Он даже Галю не дает мне. Он сегодня почему-то еще даже ни разу Галиль не выдал. Это какая-то херня просто. Вот. Это вот, знаешь, это мне напоминает вот те разы, которые я до жутких окупов открывал, когда вот такая вот шляпа по бронзовой декорации. Неужели? Аллилуйя! Аллилуйя! Один апгрейд будет. Будет один апгрейд. Аллилуйя! И все. И все. Будет только один апгрейд. А, да нет, нет, не один. То есть еще будет апгрейд. Вот это да. Вот это да. Что-то он, блин, прям расщедрился. Аж два апгрейда удастся сделать. Вот это круть. Не зря, да. 25-й день, это считай. Четверть, это че... хуя себе. Вот это было, блядь. Зная, как он насыпал. Я сейчас прям это... охуел, увидев такое на экране. Реально. Потому что я прям... я подумал, реально он сейчас дает, даст вот этот нож и, блядь, этот юм. Ничего себе, блядь. Я думал, ну все. Небеса опять на моей стороне. Опять там... мне врубили под крутон, да? Я выиграл в рулетку рандома. А хуй-то там. Сидите дома. Ну, два апгрейда неинтересно делать. Давай еще что-нибудь мне на апгрейды накидай. Еще что-нибудь для апгрейдов накидай. Ну, спасибо. Кидаешь, как лютый волк прям кидаешь. Это что такое прям? Вот. Взять две недели назад. Я вот сидел с таким покерфейсом. И мне было неудивительно, что падает фиолетовая... розовая какая-то, фиолетовый розовый скин падает. Мне было вообще это неудивительно, как само собой. А сейчас это, блять, мне неудивительно, что падает одна синька, понятие? Вот как быстро меняется время. Все, все, балик слит. Есть два скина для апгрейда. Ну что, посмотрим. Вот две пушки выбитых сегодня. Ну, это, конечно, лучше, чем результат вчерашний. И все же посмотрим, что с апгрейдами. Потому что я не знаю, какой в подряд апгрейд у меня уже сливается. То есть у меня уже хер знает, какой по счету сливной апгрейд идет. Но он же должен дать. Ну, наконец-то, ёбаную мать. Наконец-то. Я... у меня даже нету радости, знаете. Вот вообще даже радости нету, потому что это... это просто... петушня какая-то. Это просто какая-то петушня. Вот и все. Ну, хоть окупил деп, хоть окупил деп. И то это хорошо. Сколько мы? 526. Ну, 250 рублей сегодня заработал я. Я заработал сегодня 250 рублей. Вот такой вот итог 25-го дня челленджа. Если вы до сих пор еще не сделали свои ставочки, то обязательно делайте. Описание будет под видосом, под каким видео делать ставочки. Ну а, конечно же, используйте мой промокод, короче, где-то он там, когда он носится, бегает. И спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.